Ну что, друзья, позабыт хлопоты, остановлен бег. Да, нас предупреждали. Петь на улицах шаржи нельзя. Но мы должны в этом убедиться. Иначе никто не поверит. Хабиби, я ини, я ини, я лили, я сахарен, бенхер в лили. Хабиби, я ини, я лили, я сахарен, бенхер в лили. Очередной урок арабского, и вновь убеждаюсь, что народ здесь открыт и доброжелателен. И это миф, что здесь все такие строгие. А где я могу петь? Хабиби, айни. Мы продержались ровно минуту, друзья, пока все говорит о том, что мы останемся без ужина. Это для нас? За что? Вот это да, ребят. Наша съемочная команда. Если без еды, то без воды точно не останется. Если бы дело проходило не в Эмиратах, то никто бы не поверил, что в этих рюмочках не разогревающий напиток. Что это? Лимон и ambition of food. Отлично. Вот так нас решили угостить. Не часто такое бывает в чемодане. Не сытно, но приятно. А шляпа пуста. Меняем локацию. Ты speak English? Yeah. Можешь сыграть со мной здесь? I don't know how to play, sir. Can you play with me? Может, тогда подыграешь на барабанах? No, I don't have drums. Шейкеры? Maybe my boss coming. She will... Oh, what is this? Продавец, скорее всего, филиппинец. Петь вместе не соглашается. Мало того, просит идти на тот берег, подальше. Звучная реклама для его лавки? Я вас умоляю, не надо. Хабиби, я ини, я ини, я лили, я сахараен, бен хербли. Если первая попытка оборвалась на второй минуте, то тут мы даже рта не успели открыть. You have the permission? Permission? Yeah, permission. You take the permission for first, let us. Police? No, no, no. You can go to block A. You take the permission from us, ladies. Текст примерно такой. А ну-ка, убери свой чемоданчик. И далее три раза. А я ему отвечаю и тоже три раза. А я не уберу свой чемоданчик. You take the permission. Permission for facilities. What is permission? Permission. Sniper. He cannot be hearing my words. He don't know what is the permission. 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 Ну нет в моем словарном запасе такого слова. Так понимаю, идем в библиотеку за словарем. Промизен, пормизен. Говорил мама, учи английский. На мой главный вопрос, почему петь нельзя, дипломат по имени Хамид очень тактично и сдержанно отвечает. На что я демонстрирую то, о чем пою. У Хамита есть и на это объяснение. Итак, друзья, permission – это разрешение. Last month there was a big event and there was six locations here and everyone was playing. I mean, me myself. Петь можно, но только согласовав с руководством. Еще раз убеждаемся, что в Шарже любят порядок, и это желание соблюдать его во всем и всегда достойно уважения. Do you know where где же тогда можно спеть? We have, there is a music center here. А где? Как вам, друзья, картинка? И самый главный звук. Местный житель по имени Хамид в Диждаше и Гутре поет кантри. Да, Гутра – это мужской головной платок. И он под эти звуки очень напоминает ковбойскую шляпу. Сейчас иностранец в пиджаке и бабочке
даст свой американский ответ. Такой ринг музыкальный. Теперь по всем законам шоу-бизнеса совместный номер. Не могу понять. Но вот как-то в целом картинка все равно удивляет. Поющий под гитару в арабской одежде. Вот поражает и все. Наш дикий-дикий квест, который начался практически с ареста, не заканчивается. Мы поднялись этажом выше, а здесь музыкальная школа. А вот и директор Фурат. И сейчас понятно, для чего все это было. В большом чемодане еще один арабский музыкальный инструмент – канун. Вот так. Сказ про то, как мы хотели спеть песню, а нашли канун, заканчивается. А звук кануна отправляется на большую акустическую карту мира. Подпишись на наш канал и прямо сейчас смотри продолжение акустического путешествия большого чемодана.